Сегодня завершается внезапная проверка боеготовности подразделений Центрального военного округа, объявленная на этой неделе верховным главнокомандующим. Одним из заключительных этапов стала переброска ивановских и ульяновских десантников на астраханский полигон Шулуп. Район и площадка приземления были определены уже в воздухе. Высадку совершали с 12 самолетов военно-транспортной авиации. Передислоцировали бронетехнику, затем военнослужащие, всего около 1000 человек, отработали учебные задачи по взятию аэродрома под контроль.